Друзья, всем привет! Линейка квестов «Поднять паруса», страница 2, задание 2, олицетворение морской стихии. Здесь нам нужно собирать детали для гриля по просьбе Денниса. И нам рекомендуют лучше всего искать в пригородах и у озерного городка. Да, так и есть. Вот. Но в городе, в принципе, тоже можно выполнить это задание. Значит, когда мы приближаемся к точке, где есть то, что нам нужно сломать, чтобы добыть запчасти, будут восклицательные знаки. Эти знаки будут пропадать, если вы будете отдаляться. Находите, ломаете, собираете детали. Как только соберете 8 деталей, задание будет выполнено. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ищите дальше. Плохо, Деннис. Что происходит? У нас тут пираты, лучик. Правда? Я ужасно нервничаю. Ты же не хочешь, чтобы на